В аэропорту Брюсселя в среду вечером была объявлена тревога из-за угрозы взрыва, достаточно серьезной, по данным Федеральной прокуратуры королевства. Как сообщили бельгийские СМИ, в аэропорт поступила информация, что на борту двух самолетов, которые должны были приземлиться в Завентеме, находятся взрывные устройства. В аэропорт были направлены дополнительные подразделения правоохранительных органов, в состояние повышенной готовности были приведены медицинские службы. По некоторым данным, один из рейсов летел из Осло, а другой из Таллина. Вскоре стало известно, что оба лайнера, о которых шла речь, благополучно приземлились. Все пассажиры в безопасности. Еще через некоторое время режим тревоги был снят. 22 марта в результате совершенного смертниками теракта в аэропорту Брюсселя 14 человек погибли и около 100 получили ранения. Еще 20 человек стали в тот же день жертвами нападения в поезде столичного метро.